Ребята, всем огромный привет, привет, княженцы, братва, всем огромный привет. У нас сегодня с вами обзор Колесниковых, да. А, вроде бы ролик пойдет сейчас об одном, но сначала, как вот у них это в ролике следует в конце, но я хочу перенести в начало, потому что потом забуду. Значит, ребята, а вот в одном из очередного вот шедевра, где вот тетя Света там вот готовила салат из помидорчиков, там, ну, заплетала Анжеле волосы, сейчас это будем про это подробно говорить. Значит, с концовки начну, где вот, знаете, тетя Света полы моет. Я просто заговорился. Представляете, вот знаете, я прямо себе подумал, блин, Золушка, полы моет, да. А, смотрю, думаю, нахрена перчатки нужны? Перчатки, во, перчи, это, по локте. Значит, в перчатках моет, вокруг навалены эти, гуни, там какие-то, вообще, там, я не знаю, ну вот реально, вот если я вот так вот встану, да, вот так они мне будут по шею гуней. Значит, гуни навалены, она полы моет. Этой тряпкой натирает, вода грязнищая в этом тазу. Вот спрашивается, то есть, вот даже не то, что спрашивается, ну да, спрашивается, дамы, женщины, зачем перчатки? Руки бережет, получается, как бы, да, и, я не знаю, там, ну, да я не знаю, я вот реально, вот не, мало встречал женщин, какие моют в перчатках. Либо вообще там руками, если не хочешь, мы шваброй помоем, зачем ты это руками моешь? Пылесосом пропылесосить, моющий используется пылесос и прочее. Ну ладно, это про концовку. Кстати, в конце тоже ролик интересный был момент, когда я думаю, блин, вот тетя Света, вот молодец, сидит это, значит, младшую уроки учит, значит, это, как-то нога на ногу, на стуле сидит, на боку, это нормально, вот как бы плюс к осанке, да, к спине. Ладно, ребята, вообще хотел начать поговорить не про это, значит, начинается ролик с того, что заплетает, короче, Светусик, Анжелику, значит, причесочку. Вот реально, прям сзади посмотрел, такой вроде прям интересно, так на голове смотрится этот пучок, там, да, как волосы там собраны, да. Значит, ну тут прям это прям вот вызывает дикий восторг, дикий хохот, такая эта фраза очередная, типа это Света говорит, залазь туда, подальше, ну что-то типа того. Значит, волоса эти, она пытается там что-то лишнее остались, она их пытается какую-то там засунуть, там, ну, чтобы прическу сформировать. При этом, я думаю, блин, Анжелка, ты что, спишь? Ты что, родимая, уснула там? Сидит деваха, молчит, как бы это. И вот эти Света, вот эти движения, знаете, свои такие вот делает. До того медленные, до того как-то вот разговаривает так вот медлительно. Вот у меня прям, знаете, я так сидел, так не может такой, вот смотрите, первое такое состояние у меня было, я начала такой подзависать, подвтыкать, так скажем, да. Прям сижу, прям вот так, прям немножечко тут прям обед, там почуюсь, там смотрю на это, на все. Думаю, ладно, сейчас дальше, сейчас можно проснуться, сейчас можешь Леха выйти с бензопилой или какой-нибудь трэшем очередным походом по магазину. Но нет, дальше по плану салат. Да, дальше по плану салат. То есть заходит Света в кухню, тут даже говорит, все как в тумане, жарко. Это, ну вот так все плывет, мол, туда-сюда. У меня вот единственный вопрос. Свет, но тумана не будет. Я так понимаю, на кухне вы все готовите, идет жар от плиты, от этого всего, да. Вот чтобы ты вот не знаешь, как из этого положения выйти, я тебе дам один маленький советик. Есть окно, есть рама, вот, то есть берем вот так свет, прям раз, и все, видишь, и открыли окно, раз, и закрыли окно. Ну, то есть, как бы, свет, ты поняла, окно, как бы это, сейчас вон на окно, короче, свет, вот так открывается, и вот так закрывается. Просто, ну, мало, может, я не знаю, там, знаешь, не знаешь, но это... Как бы, может, у вас другие окна, у меня вот так открывается, как бы это. Не знаю, почему. Там я просто подумал, ну, проветрить надо, наверное, воздух в кухне, тогда сразу приток воздуха будет свежий, все будет замечательно. Ладно, короче, прям салат начинается. Да, то есть это салат режет, помидоры, опять вот этот декоративный ножичек, ее вот маленький, карликовый, который я говорю, купи, Лех, наконец-таки нормальный нож. Ну, сколько у тебя там будет мучить с этим ножом? Или может так нравится, я не знаю, ребятам. Значит, вот, ребята, про салат я уже сидел вот так вот. Я вот так сидел вот, значит, ел и говорил, ну когда ж ты хоть этот салат нарежешь? Ну сколько там у тебя, мешок помидоров, что ли, стоит, я не знаю. Это, я не знаю, вот как так можно, казалось бы, там, да там помидоров было два десятка, наверное, там, да. То есть так, ну вот, просто берешь, ну, жопку отрезаешь, его на доску кладешь, раз, на 8 частей, прям сразу так понарезать, чтобы по одному не кидать прям, на помидоров там, до хрена 20 штук. Прям раз их там куда-нибудь в эту в кастрюлю, там, в миску, да.
тут по одному помидорочку. Сидит, в руках этот помидор держит, на доску почему-то не положит, это не покладет. Значит, тут прямо это режет, прям по рукам тут сок бежит, там, да, как бы, вот как бы, и все. Я вроде как ел, и тут перехотелось как-то есть. Ну, то есть наелся. Ну, то есть, как бы, это диета. Ну, то есть, хорошо, как бы, это плюс, я так вижу, да. Просто подумал, что, ну, нахрена, вот, там, салат это порезался, там, зачем потом использовать какие-то, там, средства, ложки, там, поварёшки, все это переворачивать. Прям, вот так взял, прям, клюшню, прям, или две, прям, и как капусту помариновал, так, руками потер, и все нормально, все, короче, получилось. Просто, то есть, силу из этого, вот, что хочу... Просто, как бы, знаете, опять сугубо частичное мнение. Вот смотрю на это, на все. Вот, знаете, то есть, чем больше смотрю, тем больше понимается, что, как бы, что вот, вроде казалось, что лампа грязная, а тут она не грязная, оказывается, совсем. Вот, как бы, вот так вот, да. Ну, в целом нормально, конечно, что сказать. В целом хорошо, в целом замечательно, в целом просто all good. Так что, ребята, продолжаем смотреть, подписываться на ребят, потому что надо платить ипотеку им. Подписываемся на меня, подписываемся на кого, в общем, хотите, подписывайтесь. Главное, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Егор Палыч. Княжемся, до новых встреч, всем пока.